Тяжелый матч, и пятая игра. Ребята подустали, защитники играли все игры подряд, поэтому, ну, сами знаете, последний день, да, он выездной, уже все мысли о том, как вернемся домой, и тяжело было настроиться, естественно. А так, молодцы, выиграли, и, считаю, провели достойный турнир. А как себя чувствует сейчас команда, вы лично? Самочувствие отличное, впереди еще есть время подготовиться, поэтому будем наигрывать, улучшаться и стараться подойти в оптимальной форме к чемпионату. Ну, сегодня вот забили только две шайбы, да, хотя соперник из высшей лиги. Сил, наверное, не хватило уже, да? Да, не знаю, тяжело говорить. Моменты были, просто не реализовали. Главное, забили на одну больше, чем они, самое главное. Насколько важно для команды было победить именно на этом турнире? Главное – подготовиться к чемпионату. А все остальное, естественно, выходишь на каждую игру на победу, ты же не выходишь проигрывать. Еще раз говорю, достойно провели турнир, считаю. Где-то что-то получалось, что-то нет. Но есть время поработать, и, надеюсь, мы справимся.